Наш герой сегодня это новый пикап, обновленный пикап Ram 20-го модельного года с новым разрезным 60 на 40 по половинке бортом. Но речь пойдет не о нем, речь в нашем ролике пойдет о пикапе Ram, который будет также справляться со своими обязанностями, как и предыдущий наш участник Ford Raptor. И главный вопрос, насколько он справится с теми вопросами, обязанностями, которые на него возложит команда B-Tuning. Итак, друзья, что же поможет нашему пикапу Ram достойно принять эстафету от пикапа Ford Raptor? Итак, давайте коротко обсудим, что общего и чем отличаются технически наши участники. Помимо цвета белого, да, не думаю, что белый цвет поможет кому-то из них выиграть, но чисто по техническим параметрам они очень похожи. Это полноразмерные пикапы категории 1500. Оба автомобиля американские, полноразмерные, но есть, как говорится, нюансы, есть небольшие отличия. Если наш участник Ram это 5,7 мотора атмосферник классический, да, то у Raptor это V-образная шестерка, B-турбо, то есть двумя турбинами, и он чуть помощнее. И, конечно же, за счет двух турбин по моменту на моторе тоже Raptor немножко превосходит. Но все остальное примерно все одинаково. Система полного привода, автоматическая коробка передач по весовым параметрам тоже все очень примерно схоже. Вот, длина, высота, ширина автомобилей, они где-то очень похожи. Вот. Естественно, благодаря турбине мотор у Raptor работает немножко по-другому в иных оборотах, чем у классической V-образной восьмерки. Поэтому, конечно же, я думаю, что мы после того, как наш Ram отработает и сделает, выполнит все задачи, поставленные компанией B-Tuning перед ним, мы спросим непосредственно пилота Андрея Севастьянова, который будет управлять этим пикапом, вести за собой спортивную технику. Он даст свою обратную связь, насколько ему понравился Raptor в сравнении с Ram или наоборот. Вот, это будет, я думаю, что всем интересно. Профессиональное мнение профессионального пилота по двум примерно похожим пикапам. Вот. Ну а вы, соответственно, после нашего ролика задавайте вопросы, мы будем комментировать. Может быть, привлечем сюда также для комментариев и своего личного мнения дополнительно Андрея Севастьянова, вот, которому мы, кстати, пожелаем удачи на пятом этапе чемпионата России по кольцевым гонкам. Надеюсь, наш Ram принесет удачу Андрею, его команде, B-Tuning. Мы будем болеть за него. Вот. Ну и, ребят, давайте смотрим ролик, да, будет все классно. Подписывайтесь на наш канал. Еще раз с вами был Дмитрий Брум, автомобильная компания Авто Премиум Групп. Всем удачи! Пятый этап шоссейно-кольцевых гонок, на котором снова Автопремиум Групп выручает нас своим автомобилем. И автомобиль прекрасно вписывается в антураж гоночного паддока и решает все наши вопросы по части технических моментов и имиджевых, потому что выглядит на все 100 победителем. Спасибо Автопремиум Групп за очередной шанс выглядеть красиво и решать свои задачи профессионально. Очередной раз на очередных гонках нас выручают вот такие пикапы. Мы доставляем на нем топливо до места, куда нам надо. Также перевозим колеса, перебираем колеса, перевозим обратно. Также перевозим любые запчасти, которые нам нужны, в любую точку, где нам удобно. Автомобиль очень мощный, очень комфортный. Справляется с прицепом с машиной. Почаще бы нам такие автомобили, технички.
Ну что же, пятый этап закончен. Есть хорошие результаты, есть призовой подиум, есть высокая скорость, есть лучшее время круга в гонке. Мы на позитиве. Сейчас мы подготовим технику и уже через 8 дней поедем на трассу Нижегородское кольцо для участия в следующем этапе. Осталось два этапа, Нижний Новгород и Грозный, и чемпионат 2020 года подойдет к концу. И по ставшей уже традиции хотим поблагодарить наших партнеров, компанию «Автопремиум Групп». Они поддерживают нас шикарными, мощными, красивыми автомобилями, неоценимая помощь. Благодаря такой технике своевременно все готово, топливо доставлено, шины доставлены, нам комфортно. Ездим, готовимся, эвакуируем свою технику, доставляем ее на трассу безопасно. Если потребуется спецтехника, особая техника для любителей автомобилей, обращайтесь, контакты будут в описании внизу по ссылочке.